И всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, мы продолжаем играть по Assassin's Creed 4. Черный флаг за Эдварда, да, такого прикольного Эдварда, про которого все говорят. Ну ладно, давайте продолжим. Что нам надо? Нам надо на корабль, потому что в прошлый раз он у меня багался. Вы ясно видели, как он у меня лагал, то посмотрите, пожалуйста, очень было смешно. И кораблик, у нас ушел там флаг. Наш, ну, не гритосик такой, не знаете. Меню быстрого перемещения. Сейчас мы будем добивать, еще раз добивать вот этот вот Assassin's Creed. Как-нибудь бы это... Сейчас мы... Двигай. Что мне делать-то? Мне вот сюда надо. Вот отсюда, я думаю, поплывем, чтобы... туда нельзя, да. Подтвердить. Чуть-чуть лагает, если честно, но все равно. Давай, станцуй меня. Нет, он не хочет, нет. Тыц, нет, не хочет, все. Давайте поплыли. Нам надо в ту сторону. У нас уже 16 тысяч находилось. Че это у нас? Мы пальнули. Готовы стрип! Отдать все! Ура! Чуваки, давайте. И все, сейчас мы поплыли. Быстренько. Что нам там долго? Как-то не кажется, что мы именно туда плывем, куда надо. А что, мы то отметили или не то все-таки? Нет, мы не то отметили, значит мы. Вот, теперь все правильно. А что туда переместиться можно? Сейчас им там вроде была кнопка. Переместиться. Воу! Все. Вообще офигеть. Вообще офигеть. Сегодня доступно ограниченное время. Ну-ла. Все, погнали. Ассасин. Ассасин. Салузин. Просто один. Ну это... Если я с Каримского игру это переделать. Чего? Наш... Все дозволено. Это же наш квартирмейстер. Проклятие, Аде, кто это сотворил? Ты, Эдвард. 6 лет назад ты нанес непоправимый урон. Со мной нелегко водить дружбу, да? Поэтому ты здесь. Тяжело сражаться рядом с тем, кто так жаждет славы и богатства. И я понял, что ассасины и их кредо гораздо благороднее. Разве не так? Так. Много лет я скитался по свету и брал все, что хотел, не заботясь страданиями других. И вот я здесь. С деньгами и славой, но не мудрее, чем был когда-то. И когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, в ней не осталось никого из тех, кого я любил. Пора искупить содеянное, капитан. Окей. Мэри, умирая, просила меня измениться, исправить содеянное. Поможете? Ассасины, блин. Помогут. Мэри Рид любила вас, Эдвард, и надеялась, что однажды вы будете сражаться в наших рядах. Окей. Да. Она говорила. Что скажете о нашем кредо? Я не знаю. Если ничто не истинно, чему тогда верить? И если все дозволено, почему не потакать желанием? Действительно. Может, это лишь начало истинной мудрости. Не окончательная форма. Нынешний Эдвард не похож на того, что я встретил когда-то. Тут быть паупа? Какой? Прикольно. А чё, тут будем сражаться, нет? Окей, веревка. Ну что скажете? Придется привыкать. Веревкой. Мне показалось, там кошка. Вторая атака за месяц. Давно надо было увести всех отсюда. Все эти несчастья из-за меня, но теперь я служу вам.
Чтобы иметь право называться ассасином, мало одной службы. Не все сразу, друг. Я такой, модный. Шабаняба. На конце шабаняба смертельный нож-крюк. F, находясь на цели, чтобы убить. F, находясь на цели, а затем использовать L, чтобы повесить. Окей. А затем себе, чтобы нанести удар. Чё за херня? Они снова атакуют. Вперед. А как шабаняба-то? На пляж! А, у меня только 5 шабаняба. Это ограниченное количество. Окей, на пляж, так на пляж, если уж. Тулюм, альтар. Блять, сучка. Блеп. Сейчас тут ассасин. Ассасин идет. Шабанява! Ой, блин! Ты слишком толст для меня! Как он меня так убил вообще? Не уверен был, что он мог это. О, да, жестоко. Жестоко со мной. И никакого шабаняба больше. На пляж! Ну, я берсека, это точно. Ты как быстро бегаешь? Да он вообще убежал. За мной, Эдвард. Делай, как я. Этого убили, мне страшно. Делать, как ты. Так, сейчас надо тут пробраться. Вот сюда вот забраться. Угу. Идти потихоньку. Я тут осторожно буду. Сейчас пойдем. Yes, мы норм, троих. Умри. Блин, где у меня бомбы? Вот бомбы, кстати. Окей, пошли отсюда. Т-т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 
Убивай сразу, Эдвард! Они это заслужили! Здорово, чувак! Испанец. Испанец. Блин, да какого фига? О, девушка-ассасин. Застряла вроде. Толстяк. Окей, так надо быстрее бежать. Бежать туда. Тут все пытаюсь взрывать. Меня тут убить надо. Help me, please, brother. Бегаем. Нет, никакой воды. Какая вода? Я меня сейчас просто расстреляю. Тихо, умри.
Окей, понял. Супер. Одежда! Все, убил. Так, отлично. Теперь надо сбегать с битв. Хочешь дротик? Окей. Умри. Умри. И все, остались только капитана. Где тут капитан? Где твой капитан? Толстенький такой, не видели. А где капитан? Я как бы я понимаю, просто у меня капитан тут. Все, бегаю. Бегаю. Может, там капитан? Нет, это не капитан. А где капитан тогда? Кто из вас? Капитан. Вот с капитан. What's your капитан? Окей. Все, ладно, пнули тут парочку испанцев и побежали отсюда. Мне тут не нравится. Хавер эсперар? Я-я? Умри. Все, пока-пока. Свалила, сучара. Все будут знать, как тут на нас покушаться. Ох, это что-то дерьмовисто. Ох, что-то дерьмовисто. Ладно, давайте прыгаем на бочку. Одежда! Меня вообще никто не видит все-таки. Ёп. Пока-пока, чувачки. Е. Притяните стражников и повесьте, да. Ничего не сделал. Круто, все. Давайте дальше. Продолжим квест. Я не умук, а вуетель обещан. Еще раз спасибо, Эдвард. Ты желанный гость. Спасибо. Я отдохну перед дорогой, если можно. Как ребенок. Она сильная, он, увы. Это типа наша тёлка? Нет? Да, 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 врач. Эдвард. Эдвард. Я очень сожалею. Если бы я осталась в тюрьме, его бы забрали. Но он был бы жив. Может, это знак Божий, что я не готова быть матерью. С такой-то жизнью. Ругаюсь, пью. И дерусь. Ты боец, да. Да. В тюрьме я много слышал о знаменитых Энн Бонни и Мэри Рид, напавших на королевский флот вдвоем. Было дело. И мы бы одолели их, если бы Джек с ребятами не надрались в стельку. Эдвард. Все погибли, так ведь? Да. Мэри, Рэгхэм, Тэтч, остальные. Мне их так не хватает, мерзавцев. Да, бывает. Тебе тоже? В сердце пусто. Нет. Да. Ну да, конечно. Это вообще там Тэтч. Чёрт меня возьми. Так да. Умер. Все такое бум. Сейчас простроится и вот бы нас не выселяли. Ууу, Биндоун Сулоунг. Ачимент Инвокин. 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 Ачимент. Ачимент. Окей. Давайте. Чтобы пропустить видео, держите я. И на ней не буду. Я знаю, как выглядят мои цели.
Но как их найти? У нас шпионы в каждом городе. В наших конторах ассасины направят вас. Торреса и Роджерса я найду. Но Робертса в городе не сыскать. Это месяцы поисков. Или годы. Но вы талантливый, капитан Кенвей. Уверен, вы его найдете. Да, точно. Попадешь в беду, смело зови на помощь квартирмейстера. Квартирмейстер, куда держим курс? На восток, капитан. Это наш новый квартирмейстер. Если мы еще хотим в Кингстон. Так и есть, мисс Бонни. Командуй. Поднять якорь! Держим курс, парни! Мы идем к Ямайке! Ямайка, я чувствую снова. Та-т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 а. Ладно, на этом мы закончим. Так что всем спасибо, всем пока, ребят. С вами был Илья. Удачи, скоро продолжим. Давайте, пока-пока, ребят.